Ну а чебоксарские депутаты продолжают отчитываться о своей работе перед избирателями. Накануне жителями встретилась заместитель главы города Ирина Клементьева. Ирина Клементьева избрана от 16-го округа столицы. К этой территории относится более 60 многоквартирных домов, и поэтому львиная доля жалоб связана с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. На обращение горожан чиновники реагируют. В прошлом году в некоторых зданиях были заменены аварийные коммуникации кровли, отремонтировали в 2013-м и дворовые территории, где-то установили новые детские площадки. Обратили внимание власти на общеобразовательные учреждения. В зданиях школ были заменены окна, а в этом году планируют реконструировать и оздоровительный лагерь. В микрорайоне постоянно устраивают семейные праздники, а в ближайшее время здесь установят памятник семейным покровителям Петру и Февронии. Улучшение жилищных условий, оказание медицинской помощи, социальные вопросы. Именно с такими чаще всего обращаются к депутату жители. Я знаю, какие семьи, какие люди, какие у них проблемы. В это во все вникаю, потому что проблем на самом деле много. Их иногда просто решить, зная информацию. Люди не всегда все знают, и им приходится как-то быть трудно.